Всем добрый день. Я пошла сейчас с мужем, пойдем в овощной магазин. Я вчера заказывала ящик помидоров. И надо забрать, хочу засолить помидорки пальчиковые. Надела этот костюм. Ну, по идее, я для дома заказывала, но сейчас до магазина сбегаю. Ничего, переодеваться просто некуда. И будем потом с вами солить помидорки. Вкусная сама помидорка. Ходят помидорки, едят соленые. Ну, это засолят немножко и едят. Так что вот такие вот у нас дела. Солнышко сегодня хорошо припекает. Светит прям идеально. Оксана, иди папе, скажи, пускай пакеты возьмет плотные. А то я пакеты не взяла. Сейчас буду ждать его и пойдем в магазин. Пишите обязательно, какая у вас погода, чтобы посмотреть. Вы нам там подуйте немножко солнышко сюда. Видимо, подписчица наша подула, когда я в Инстаграм выставляла пост, что у нас дожди льют. И она написала, у нас жара, мы не знаем, куда от жары деться. Я написала, подуйте нам немножко, чтобы тепло у нас было. Вот видите, видимо, подули. Хорошо подули, спасибо. Сегодня у нас солнышко светит. Так что вот так вот. Сегодня никуда не поеду, потому что вчера находилась очень сильно. И живот опять болит. Я не знаю, что на больницу как-то записаться. Сходить в больницу по-женски. А потом уже видно будет, куда и что. Детки у меня гуляют. Ванюшка гуляет там. Бежит. Прятки играют. Сегодня солнышко. И они бедные, довольные. Туда беги. Туда беги. Ты иди заплетись, пожалуйста. Марина так и бегает лохматая. Не хочет заплетаться. Ей нравится с распущенными волосами. Они у нее до самой попы. И довольные бегают. Ладно, всем хорошего дня. Жду мужа и идем за помидорами. Ванечка качается. Зовет главное. Мама, мама, смотри, говорит, я качаюсь. Оксана, ты что, на этом умеешь кататься? Да. Да, ну ладно тогда. Только аккуратно, хорошо? Сейчас посмотрим, как ты заодно катаешься. Это, по идее, мой велик. Ну, Оксане сидушку опустили. О, точно катается. Молодец. Да. Да, папа сделал. Там, ну, качелю вам папа сделал. Да, скоро будут вот эти бревна пилить. Те бревна уже все распилил, складывают потихоньку. И сейчас будут пилить вот эти вот уже бревна. А те все уже распилены. Их только складывать надо. Так что вот так вот. Так, ребят, сходила я в магазин. Набрали мы... Так, плохо видно, да, наверное? Вот так вот. Сейчас мы на летней кухне. Помидоры, вот пакет. Так, тут еще лимон я взяла один. А это... Эти персики по одной штучке всем. И вот здесь вот помидоры. Короче, ящик помидор мы перебрали и вот взяли. Будем засаливать. Ну вот папа персики всем. Бананы. Ну, мама с папой купили бананы, да? Ваня бананы уже ест. Персики помоем и всем по одному. Лимон к чаю, зеленый укроп увидели, сразу весь забрали. Так, дальше что я взяла? Еще крупу. А вот эти два пакета я сейчас дома вам покажу все, что я взяла. Ребят, что взяла? Показываю. Баранки вот такие вот. Деткам всем по одной баранке получается. Кто-то. Они любят такие баранки. Потом дальше 5 литров молока взяла. Дети хотят опять мороженое делать. Они сами делают, я даже уже не лезу. Они сами делают, сами едят, сами делают. И у меня там мало осталось масла. Последнее забрала масло 8 кусочков. Тут было больше, не было магазина. Было бы больше, забрала бы больше. Ну вот, забрала, сейчас уберу в морозилку, потому что у меня там масла очень мало осталось. Дальше, что взяла? 3 булки белого, 4 и 1 черную. Вот такие вот все у меня в целом покупки. Сейчас мы, наверное, с Егором поедем в город покупать ему одежду. Так что вот так вот. Да, Ванюшу зовите, сейчас я вам подарки подарю. Ах, Оксане, как любопытно, что же там? Как думаешь, что там? Ну, купила.
Нету лука, Владик, иди сходи до Хабиковых. Пойдешь? Майонез взяла. Майонез дать? Так, еще бы найти его. Папа в кадр попадает. Не-не. Так, дорогие друзья, майонез купила, отдаю папе. А где Ванечка? Ваня сейчас купит. Подожди, вот мы Ваню и подождем. А то дети прямо ждут, не дождутся. Ванюша, двери закрывайте, кошка выйдет. Иди сюда, Ванечка, садись. Ваня, ты мыльные пузыри сломал, да? Сильно плакал? Да. Да, тебе надо новые мыльные пузыри. Смотри, мама тебе какой меч подарит. Мама, это плохо. Ой, подожди. И вот такие вот еще мы Оксане с Мариной купили. Марине и Оксане. Мама. Давайте, Ваня, мама, давай мама откроет, покажет, как ими пользоваться. У меня тоже папа и мама с мыльными пузырями. Ваня, смотри. Давай бумажку уберем. Вот так вот макаешь. Давай. Вот так вот макаешь, Ванечка. Ваня, смотри сюда, Ваня. Вот так макаешь и вот так вот. Смотри, сколько шариков. Держи. Только не пролей, аккуратно. Держи. Вот так вот. Вон, показывай, называй Оксану. Смотри, как она делает. Марину там, смотри, такие довольные. Мама, я очень много ли добрая. Детям, да, для счастья мама. Надо обычные мыльные пузыри? Мама, у меня снова поломалась. Опять у тебя поломалось? Да как у тебя так ломается? Я ничего не понимаю. У меня пузырь ломается. Ты сильно так не делай, просто. Мама, у меня пузырь. А, нет, у нее падает почему-то она. Да, почему-то падает. Сломалась, значит. Сейчас попробуем сделать. Потом дома на клей приклеим. Пока вот так вот аккуратно делай. Потом дома приклеим на клей. Вон у Оксаны какой. Ванечка, у тебя получается? Да. Ну-ка показывай. Сильнее. Вань, Вань. Не-не-не, тут еще можно. Смотри, сколько шариков еще получается, Ванюш. Тебе нравится? А у меня не получается, у меня поломано. Да нет, у тебя тоже получается, смотри. Ну да. Не капало. Получаться. Не капало. Бракованные. Не капало, маленькие. Подожди. Мама. Мама, не капало. Слабенько, но получается. Все, довольны? Пойдемте дальше распаковывать то, что мы купили. Пришлось сходить в магазин. Я сегодня хочу солить помидоры, и у меня нет острого перца. У меня тут, по идее, на моем дереве есть, но тут всего 2 или 3 маленьких перчика острых, а мне надо больше. Так, что купили? Прокладки. Мне как-то писали: Настя, зачем ты показываешь прокладки? Ну, ребята, это естественное. Дальше мерный стаканчик. У меня вот такого маленького нету. Тут можно прям по миллиграмму, поэтому взяли мерный стакан. Что? Мама! Катя, ополосни ему, пожалуйста. Деткам взяла мармеладки сейчас дам. Также купила вот такие вот сосиски, привезли свежие, магазин сразу взяла. Подожди, Ванечка, шоколадку с миндалем еще одну белую взяли. Рыбку соленую 3 штучки. Оксана, скажи папе, пусть поставит картошку варить. Скажи, мама рыбку купила. Купила 3 острых перца больших, мне этого вполне хватит. И также купила орешки со сгущенкой. Ваня, ты будешь орешки со сгущенкой? Нет. Ваня не любит такие орешки. Ну, вот такие вот в целом были все покупки. Сейчас иди дели на всех мармеладки. Я, по идее, мармеладки килограммовую пачку заказала. Но когда они придут, еще не знаю, поэтому дала им такую. Ладно, дорогие друзья, скоро будем с вами солить помидоры. Всем добрый день. Мы ждем Егора, когда он обуется. Сейчас с Егором и с Катей еду одеваться ко школе. С двумя сразу решила сегодня. А потом еще останется Маша и Оксана. Так быстрее будет. У нас сегодня солнышко, поэтому кофту я не одеваю. Катя вообще в шортах, в футболках идет. Сейчас посмотрим, что найдем для них. Если интересно, оставайтесь с нами. Поехали с нами в город. Так, мы идем по городу, сходили, закупились. У Кати пакет. Тут целый пакет, да еще и питье Егор взял. Короче, все взяли, осталось. Катя хочет такой же кардиган, как у Светы.
Поэтому сейчас зайдем вот в этот магазин. Меня многие спрашивали, где я брала этот кардиган. Вот в этом, ребят, магазине я брала. Все, кто с Красноярска, все поймут меня. И от Сфорты я брала на маслозаводе. Потому что меня очень много спросило, поэтому сразу отвечаю. Ладно, идем в магазин.